Это все западные дизайнеры. Это Dries Van Noten платье, замечательный топ английского дизайнера Рика Овенса. На мне костюм Disquaret. В принципе, все очень просто, и при этом мы комбинируем не просто модные вещи, но и какие-то абсолютно статичные, обычные, простые предметы гардероба, которые можно купить в обычных магазинах. Посмотрите, какая красота. Причем мало того, что это не просто девочка, Белоснежка, это сама Настя. И есть в таком спектральной такой форме было, кармической. Да, это украинский дизайнер, это девочка, зовут ее Саша Шапо. Вот она мне пошила, она пошила очень много нарядов, она такая молодая, вот, но очень талантливая. Я не могу вспомнить, что там на мне за ботинки, потому что на подошве не написано, видимо, все внутри. Видимо, хороший дизайнер. Да, хороший дизайнер, скрыл свое имя. Этот пиджак и эти очки, я считаю, совершенны. Когда я это увидел, я понял, что я без этого не уйду. Это бабочка Ralph Lauren, продолжая тему пиджака и очков от Dolce & Gabbana. Браслет и брюки – это Gucci. Это платочек Finamore Napoli. Замечательные шортики шила для меня моя подруга, начинающий дизайнер Джейн Арон. Они мне очень-очень понравились. В общем-то, как только она мне показала эскизик, я сразу же согласилась. Это босоножки Филипп Лейн. Это украинский дизайнер Анна Смехина. Платье специально создавалось для сегодняшнего вечера. Модный мятный цвет в тенденциях. И вот такие аксессуары, которые, кстати, вот браслеты остались у меня еще с конкурса Евровидения. Именно в этих я выступала в роли Shady Lady. Ну, а поясок — это Versace. Дизайнеры Три Кветра. Я с ними подготавливаю каждому концерту костюм. Не изменяй своему стилисту Ане Смехиной. Сегодня вот Total Black. Сегодня меня одевал мой очень близкий, хороший друг Александр Утюнов, за что ему огромное спасибо. Сегодня Dolce & Gabbana. А туфли? Кристиан Лабутен. Платье известного дизайнера, одного из моих любимых дизайнеров, Марика Транзу. Обувь тоже один из моих любимых нестандартных дизайнеров, Ирис Ван Херпен, которая одевает Леди Гагу. Сумка Лабутан, браслеты Бальма, такой вот интересный ободок Андельмитмейстер. Ну и, собственно говоря, Настя Стоцкая, которая, без которой этот образ не состоялся бы. Сандра, я обожаю вообще эту марку, просто восхищаюсь, она мне подходит, поэтому я себя чувствую в ней очень комфортно. Может быть, чуть-чуть 30-е, чуть-чуть наша современная интерпретация, да? Ну, одним словом, просто захотелось цвет такой, с одной стороны, необычный для меня, может быть, для Кэти, да? Но, с другой стороны, очень новая, очень свежая и красивая форма. Подчеркивает мои формы, и он это хотел сказать.